поймала. Ой, опять не поймала. Иди, иди сюда. Да что ж так не везет-то? Ты со мной играешь, что ли так? Попробуем приманочки приманить. Ага, попался. Всем привет, Натальтис Микс. Ребята, скоро день Святого Валентина. Вот это сердечко я поймала. Какое большое. Интересно, что там? Написано Лол Сюрприз. Давайте откроем, посмотрим, кто там спрятался. Ребят, смотрите-ка, здесь есть зеркальце и подсказка. Такое зеркальце попадается у куколок с волосами. Это сердце и стрела. Что бы это могло значить? Какая симпатичная лупа. Вау, какое классное сердце. Ребята, это же Валентинка. А как я ее делаю, покажу в конце видео. Смотрите, она от Святого Валентина. Что там, посмотрим? Ребята, это же письмо. Какое симпатичное. Закроем обратно. Классная Валентиночка. Что же там еще, ребята? Ух ты, давайте откроем пакетик. Ух ты, ребята, это же лук. И на стреле сердечко. Вы уже догадались, кто там? Я же, кажется, догадалась. Не терпится посмотреть, кто там. Ну что, открываем? Ребята, смотрите-ка, это же малыш Купидончик. Какие у него волосики классные. И на трусиках сердечко. Вот он почему от нас улетал. Скоро день Святого Валентина. Я предлагаю сделать классные валентинки. Настя, а ты получила мою валентинку? Конечно, получила. И сейчас научу ребят, как их делать. Для этого нам надо коробок от спичек, клей и разная бумага. Сначала высыпем из коробка спички. Обведем разрезанный коробок, чтобы было красиво и аккуратно. Как здорово получается. А главное, необычно. Такой валентинки точно ни у кого не будет. Берем белую бумагу и обводим коробок. Мило получается. Вырезаем белый прямоугольничек и рисуем на нем полосочки. Возьмем линеечку, чтобы ровненько было. И наклеиваем его на наш коробок. И сердечко, чтобы было посимпатичнее. Не забудь написать, от кого и кому эта валентинка. А сейчас сделаем наполнение для нее. Берем белую бумагу размером 4 на 2,5 сантиметра и складываем его пополам. Делаем окантовку черным фломастером и рисуем сердечко. В таком письме можно написать самое сокровенное послание. Можно делать не только эти конвертики, но и разные цветочки и сердечки. А теперь на голубой бумаге сделаем крылышки. Обводим и рисуем крылышки. Вырезаем и приклеиваем на наш конвертик. Красиво получилось! Готовое письмо вкладываем в нашу валентинку. Вот и тебе за тот, кто его получит. А мне можно такую валентинку? Да, конечно, и тебе сделаю. Надеюсь, вам понравилась моя распаковка и мой мастер-класс. Ну а если да, то подписывайся на Микс, ставьте пальчики вверх и всем пока!